Это, наверное, первый раз в моей жизни, когда я вот так сильно-сильно жду зиму. Потому что если бы каждый год такое случалось, 3 апреля снег, 15 апреля 27. Ну и тут еще не совсем понятно, потому что покров прошел, а покрова так и не случилось. Если каждая зима будет короткой и снежной, нам только в радость. Еще бы хотелось, чтобы каждая зима была бы короткой, снежной и безопасной. И вот для этого мы сюда приехали на Курака 6, фирменный центр Вианор, для того, чтобы вам порекомендовать новую резину в преддверии зимы 2011-2013. Заходим и смотрим. Левый берег и ассортимент не хуже, чем на правом. Есть все для всех легковушек и полноприводных больших универсалов. Самое приятное – цены. В космос не летаем, ориентируемся на среднего покупателя и даже на покупателя расчетливого. Деньги сейчас все считать научились, но разбивать-то автомобиль никому не хочется. Поэтому пробуем найти Курака 6. То, что на покров не выпал снег, ничего не говорит. Ну, вообще-то по народным предметам еще 40 дней без снега. Хотя к моменту выхода этого сюжета останется всего 30 дней без снега. Хотя, честно говоря, думаю, что без снега дело не обойдется. Но другой вопрос, стоит ли экспериментировать на летней резине, когда есть здесь, на Курака 6, ваше любимое место, где вы можете купить себе фирменную нокиановскую резину. Причем в этом году это новинка ХК-7. И для того, чтобы вам показать исключительную экологичную направленность этой замечательной резины, вот здесь есть такой исключительно зеленый вариант. Чем ХК-7 отличается от других резин? Ну, во-первых, естественно, это новый рисунок протектора, естественно, это еще большая подготовка к зиме, естественно, это новый шип. Я как-то рисовал, дело было давно, были четырехгранные, сейчас это шестигранные шипы, еще и приплюснутые. Причем внутренний сердечник, он ромбовидной формы. То есть, представляете, да, Nokian на месте не стоит. Вот. А фирменный центр Вианор на Курака 6, ну а чтобы было понятно, как проехать, это вот если это подумаете, работники металлургического комбината, да и просто жители города, и прочертите линию между заводом управления Метиски и заводом управления комбината, то как раз посередине будет этот магазин, рядом тут еще и монтажник. Так вот, в чем преимущество? Мало того, что здесь резина Nokian самая дешевая, так здесь самая дешевая ХК-7. Это проверено. Ну и конкретная привязка к местности. Улицу Электросети представить просто. Она параллельна в данном месте Кирова. Есть еще один перекресток от завода управления Метиски. Скажем честно, он таки упирается в Курака 6. То есть, по сути, до Пушкина здесь 100 метров, до монтажника 50 и в обоюдку по 250 метров, что до завода управления ММК, что до его же Метиски. И нас очень сильно попросили показать, где все-таки располагается еще одно подразделение. Теперь уже шинный центр Якогама. Оренбургская 2Г. Тут кусочек улицы Оренбургской. Вы в основном его увидите по улице Лесопарковой, либо за зданием пожарной части. И сюда вы приезжаете для того, чтобы ловить скидки, потому что пенсионеры и студенты получают свои скидки. Тот, кто приезжает после полуночи, получает 10% скидку. Тот, кто переобувает 4 колеса, 5-е колесо получает бесплатно. Вот. В общем, здесь много чего полезного, если вы решили переобуться вместе с шинным центром Якогама, получив еще и максимум удовольствия, потому что и диагностика после переобувки тоже станет гораздо дешевле. Так что есть смысл приехать сюда. И даже в том случае, если ваш ближайший шиномонтажный комплекс уже закрылся, потому что шинный центр Якогама, переобувочная часть его, работает круглые сутки.